Добрый день! Сегодня предлагаем приготовить вам быстрое и простое брауни в кружке в микроволновке. Сразу соединим сухие ингредиенты. 100 грамм муки, 80 грамм сахара и 40 грамм какао. Хорошо перемешаем эти ингредиенты. Сливочное масло растопите в микроволновке. Добавляем к сухим ингредиентам 100 мл молока и 60 грамм растопленного сливочного масла. Хорошо перемешиваем тесто. Оно получается густоватым, очень похожее на крем. Выкладываем тесто в кружку объемом 200 мл. У меня получилось 2 кружки. Помещаем кружку в микроволновку и выпекаем брауни при мощности 650 Вт 2,5 минуты. По истечению времени проверьте готовность брауни. Если нужно, допеките его в микроволновке еще 30 секунд. Готовое брауни можно украсить по своему усмотрению. Я взяла сахарную пудру, шоколадные дропсы разного цвета. Приятного вам аппетита!